Я слышу чью-то песенку. Давай посмотрим, кто это. Смело, 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 смело ты закрой ладошкой. Букви, 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 букви Ж, две левых ножки. Вот и правая рука написала букву К. Здравствуйте, буква К. Не знаете ли вы кого-нибудь ровного со всех сторон? Я знаю только те предметы и цвета, в названии которых сама живу. Давайте подумаем. Картошка вовсе не ровная со всех сторон. Клякса не подходит. Кошка совсем даже не ровная. Квадрат. Что это такое квадрат? Это геометрическая фигура. Все четыре стороны, как ни мерь, всегда равны. А фигура-то, ребята, называется квадратом. Ура, ура, малыш, нашли! Это квадрат! А теперь загадай нам загадку, буковка К. Загадка будет про ягодку-клубничку. Какую ягодку-клубничку можно кушать? Большую, спелую, да, малыш? Давай подумаем, подумаем. Буква знает все слова на букву К. Тогда, может быть, красивую ягодку можно кушать? Красивую, красивую. А, догадались! Красную! Правильно. Красная ягодка значит поспела. Красную ягодку кушайте смело. А теперь я скажу вам, куда идти дальше. Три раза подпрыгните на правой ножке. Покружитесь, два раза хлопните в ладоши и шагните один раз влево. Вот теперь все время прямо. Идем, малыш! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля.